Что смотреть, решаешь ты, а что обсуждать, решаю я. На канале Сэмбери начинается программа «Ежедневно». И я, Семен Бирюков, мы будем обсуждать только то, что интересно не только определенному количеству людей, но большой аудитории. Лунный заговор, высадка на Луну фейк. Все любят слово фейк, фейк ньюс, например, да? Значит, лунный заговор, как ты все-таки считаешь? Вот недавно исполнилось там уже сколько-то лет, 50, по-моему, с чем-то, да? По поводу высадки американцев на Луну. Посмотри, как прикольно, да? Гриз, ой, слушайте, я сфотографировать хочу. Пока ты будешь говорить, я буду фотографировать, тут прикольные птички лежат. Так, значит, все-таки были они на Луне или нет? Извините, смешно. Не, ну, конечно, они были на Луне. Это факт, который, в принципе, никто... Нормальные источники, какие-никакие нормальные авторитетные СМИ, авторитетные издания никогда не ставили и политики, да? В июле 1969 года, да, американцы смогли впервые высадиться на Луну, там, в течение буквально нескольких минут. А ты не рассматриваешь, что это фейк? Нет, я, конечно, слышал такие публикации, но они не из авторитетных источников. И... А мне почему-то кажется, что это все фейк. Я даже слышал какой-то документальный фильм о том, что, значит, это была договоренность, что Советский Союз признает, что они были на Луне, высадились, а при этом американцы там что-то умалчивают. Ну, типа, как бы обоюдно. Мы признаем, что они сели на Луну, а они там что-то еще делают. Поэтому я считаю, что это фейк, потому что это доказано. Доказано, что это было записано в студии, Голливуд. В одном из павильонов Голливуда было записано, как они высадились на Луну, все это уже сделали, как это могли. Тем более с их технологиями кино это реально было. Я считаю, что их там не было, и еще есть у нас шанс. Я не считаю, что в это можно верить. На самом деле, конечно же, потому что все доказательства, которые якобы доказательства про Голливуд, это все давно было в клочья, они рассыпаны. Кем, когда и при каких обстоятельствах? Эти авторитетные источники, то есть в Википедии, все написано. Там написано, что такие... Нет, подожди, там написано, что кто же тебе скажет? Нет, подожди. Все признают, нет ни одного авторитетного источника. А доказательства какие? Доказать, что все признают. Вот это одно главное доказательство. Вот. А никаких опровержений серьезных, значит, со стороны каких-то там, авторитетных. Стоп, там куча нюансов, поэтому давайте уже скажем. Ну не было их. Они там. Были. Ну кто тебе это сказал? Мало ли что. Конечно. Конечно, нет. Но это нереально. Почему это нереально? Ну потому что нереально. На тот момент у них таких не было возможностей, чтобы там. Нет, слушай, секунду, если они там были, почему до сих пор они там второй раз не полетели туда? Почему? Это уже другой вопрос. Потому что это, во-первых, дорого. Да. То есть тогда они смогли полететь, типа высадились. Да, а сейчас уже все дорого. Кеннеди, у него была такая, еще в начале 60-х годов, цель. И при Кеннеди они задались таким целью. А сейчас целью. При Трампе нет цели, да? Ну подожди, а осуществление не пойдет при, по-моему, этом, Джонсоне, его преемнике. Ну, каждый должен считать сам, были, не были, я считаю, не были. Потому что, ну, мне кажется, как-то это слабо верится в это. Он считает, что были, ну и ради бога. Спасибо, что это короткое время были вместе со мной. Увидимся через неопределенное время на канале Сэмбери в программе «Ежедневно».